Уже совсем скоро, 1 мая, городской парк культуры и отдыха откроет летний сезон. Этому предшествует достаточно долгий труд работников предприятия. Нужно не только навести порядок после зимы, но и прежде всего проверить на безопасность аттракционы, чтобы уже после открытия не случилось никаких неприятных ситуаций. Так, с 2009 года контролем исправности аттракционов занимается Газпромнадзор. Правда, не всех, а только потенциально опасных. Впрочем, за этим термином не скрывается ничего суперэкстремального. Потенциально опасными считаются все карусели, которые развивают скорость больше 5 метров в секунду. На сегодняшний день в парке культуры отдыха 27 аттракционов, 14 из которых подозорные органы Госпромнадзора. Они проходят на сегодняшний день техническое освидетельствование, чтобы получить допуск для их дальнейшей эксплуатации. Те аттракционы, которые позволяли работать в климатические условия, которые работают до минус 10, они продолжали работать. Также те, которые находились на сжатом воздухе, которые работают при температуре от плюс 5 дальше, проходили осмотр, также проходили техническое освидетельствование своими же силами, которые были не поднадзорны Госпромнадзору. Поэтому все аттракционы в рабочем состоянии, все допущены. Но ежегодно проходит также обновление лакокрасочного покрытия, чтобы аттракционы имели эстетический вид. Брестский парк, как всегда, красив и ухожен, и это мне удивительно. На его территории произрастает больше 50 пород деревьев, среди которых есть и редкие виды. Орех черный, клен китайский, сафора японская, железное дерево и другие. Ежегодно предприятие высаживает около 500 новых деревьев и кустарников, более 3000 как однолетних, так и многолетних цветов. Все это выполняется на постоянной основе. Ведь уникальность парка, что он работает не от сезона к сезону, круглый год, а потому сохранять опрятный внешний вид – одна из главных задач специалистов парка культуры и отдыха. К открытию весеннего сезона парк ведет подготовку по озеленению. Высаживаются деревья, высаживаются туи всевозможные, засаживаются цветы, клумбы цветами. Проводится обкопка деревьев, подвязка деревьев. В этом году у нас немножко добавилось работы с клумбами, так как был фестиваль цветов, и у нас добавилось 12 клумб по центральным аллеям парка. Сегодня мы высаживаем на первую центральную круглую клумбу пеларгонию. Высаживаем мы 600 единиц. Марс, вальс, зигзаг, орбита Калипсо, колесо обозрения. Эти и другие аттракционы готовы принять юных посетителей на все 100%. А вот представителю проверяющей комиссии сверху видно все. Допуск к эксплуатации получили все без исключения. А люди старшего поколения, придя в парк, смогут насладиться его красотами. К слову, открытие сезона намечено на 1 мая.